В поселке Черноморском прошел сход граждан. Жители поселения обсудили насущные проблемы и пути их решения. В начале встречи с докладом о проделанной работе за первое полугодие 2020 года выступила исполняющая обязанности главы Черноморского городского поселения Наталья Мовчан. На сегодняшний день в Черноморском городском поселении немало проблем. Среди главных – электроснабжение, благоустройство и наведение санитарного порядка. Но самая острая проблема – частый перебой водоснабжения по причине высокой изношенности водопроводной сети. С 1 июня по 15 июля в диспетчерскую службу поступило 18 заявок. Из них на сегодняшний день отработаны 6. За счет бюджета поселения заменены 4 насоса на скважинах Крюковского водозабора. Отремонтирована трансформаторная подстанция. После отчета исполняющей обязанности главы поселения жители смогли задать волнующие их вопросы. На встрече озвучили проблемы благоустройства электроснабжения. Многих волнует проблема водоснабжения. Говорят, трубы по 50 лет проржавели. А у нас тут новая пластиковая труба проложена. И вся уже в порывах. Мало того, да, нам воду дали в последние дни. Так извините, сейчас такие гидроудары пошли, что уже эти фильтры не справляются, ломаются. Труба бракованная, не знаю, из какой партии эта труба. Ее вложил, вложил Бондаренко ее. Вот. На данный момент мы уже там поменяли часть этой трубы. На сходе озвучили проблему переселения из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. 75 лет Победы и 75 лет стоят наши бараки, которые строили пленные немцы. Этих немцев уже в живых нет, а наши бараки живут. Валятся, но живут. Конкретно мы никак не можем добиться того, что, когда и где. Дом сгорел вот здесь. Близко, на нашей улице. 3 года люди не могут квартиру получить. Подали на суд, суд был, суд присудил немедленно выдать. Выдали им справку, что в 22-м году только. 15 квартир уже купили. В следующем году 63 квартиры. Я был инициатором, чтобы отсюда людей не переселять куда-то, а здесь новые дома поставили, и чтобы люди здесь жили. Здесь будет новое строительство в следующем году. В конце схода глава района отметил необходимость повторной встречи. 27 августа жители Черноморского городского поселения соберутся вместе для решения насущных проблем.